за прошедший год 6 материалов было передано, в отношении 6 граждан материалы были переданы в органы дознания для возбуждения уголовных дел. Дела были возбуждены. Другое дело, что, как правило, до наказания такие дела, до реального наказания не доводятся. Как органы дознания, так и суды, они предпочитают традиционно прекращать такие дела по нереабилитирующим, хотя основаниям, в связи с деятельным раскаянием, но тем не менее, человек не считается осужденным. Это означает, что сумму ущерба он как бы добровольно возмещает до судебного решения, а говорит, что я больше так не буду, суд его прощает. Хотя практика показывает, что нередко эти же товарищи, они попадаются повторно, третий раз. У нас есть свои герои в этом плане, которые, один из них даже более десятка раз уже попадался нашим инспекторам. Не говоря о том, сколько раз он не попался, да, потому что это не 100% случаев. Но тем не менее, пару лет назад я попытался обжаловать такие судебные решения, чтобы все-таки как-то наказание было построже, поскольку вот в сравнении даже с административным штрафом получается, то есть если бы человек был привлечен в административном порядке, он заплатит штраф и ущерб он все равно взыщет с него в гражданско-правовом порядке. А здесь, ну, ущерб заплатил и все, наказание в дальнейшем избежал. Но тем не менее, такая практика сложилась, она была обжалована, но Верховный суд Хакасии все-таки оставил все эти решения на прежнем уровне.